Всем привет! С вами Виктория Уайлд. И сегодня очень важный выпуск. Ребята, вы когда-нибудь задумывались, как можно выжить во время зомби-апокалипсиса? Я вот сейчас задумалась и знаю. Первое, что нужно сделать. Надо взять фломастер и нарисовать две полоски на щеках. Есть! Второе, что нужно сделать, это закрыть дом. Третий шаг. Возьмите в руки одеяльце. Есть. Четвертый шаг. Закутайтесь в одеяльце. Есть. И пятый шаг. Не выходите из одеяльца ни при каких условиях. Всегда держитесь в одеяльце. Это были лайфхаки, как спасти зомби-апокалипсис. Если хотите еще такие видео или наподобие такие же лайфхаки сумасшедшие, то долбаните Лукаша. Лукаша под этим видео. И подпишитесь на мой канал. С вами была Виктория Уайлд. Всем пока!